Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в Майнкрафт без модов, где сегодня мы будем играть на Майнкрафте 1.9, можно сказать, на новой версии. И сегодня, знаете, во что мы поиграем? Мы поиграем в Halo. Все знают, что это за игра, вы уже даже на заднем фоне видите мастера Чифа в Майнкрафте. Halo 5 в Майнкрафте, то есть одна из небольших частей этой замечательной вселенной. А именно мы будем рассматривать крутые оружия с этой игры. У них такие красивые текстурки, что вы себе просто не представляете. Но, ребята, перед этим, как обычно, я бы очень сильно хотел вас попросить поставить лайк. Ведь чем больше лайков мы доберем, тем быстрее выйдет видео и тем счастливее буду я. Потому что каждый лайк для меня ценный. Набираем 700 лайков, завтра же выходит следующее видео без модов. Я вам даю свое слово. Также, ребята, не забываем оставлять комментарии под этим видео. Я общаюсь со своими подписчиками. Также можете добавить меня в друзья ВКонтакте, ссылочка есть в описании. И последнее, самое главное, подписывайтесь на мой канал, я рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу дружную семью, потому что я отношусь к своим подписчикам как действительно к настоящим друзьям. Поэтому вступай и подписывайся. А мы, ребята, сейчас будем приступать к самой команде. Ну что, ребята, наушнички уже на мне, и мы сейчас сразу же приступаем. Эти офигенные пушки, это прям божество. Но мы также еще в этой серии, под конец серии, пройдем карту, которая специально сделана для этих пушек. Я все оставляю в описании, поэтому и этот мод, этот полумод, полутекстур пак, также эту карту вы можете заходить и просто скачивать и играть. Давайте я вам сразу же покажу, что это за оружие. Ну что, ребята, вы готовы? Я нажимаю получить все оружие. Вы просто посмотрите на это чудо. Мне кажется, у них текстурка лучше, чем в самой игре Halo на том же Xbox. Офигеть, я прям сидел и я прям удивлялся, что это за пушки. Это прям, ребята, офигеть. Дайте я вот так стану и сейчас вам покажу. Смотрите. Ай, как бы стать так боком, чтобы все вот так, допустим. Вот смотрите, это Magnum. Это Assault Rifle, ну, в принципе, штурмовая винтовка. Дальше это у нас шотган, дробовичок. Это у нас снайперюга полный. Это что у нас? Это огнемет. Пью. Ой, уже набрызгал. А дальше у нас что идет? Дальше у нас РПГшка идет. Дальше у нас тоже прям мистическая инопланетная какая-то РПГшка. Это все оружие с Halo. То есть просто посмотрите, какие это текстурки, ребят. Это с ума можно сойти. Это лазер. И также у нас есть еще одна вот эта граната обычная и плазма-граната. Вот она. Офигеть. Ну вот, ребят, посмотрите на вот эту текстурку плазмы-гранаты. Вот в руке. Я прям хлопаю так тому чуваку, кто это сделал, потому что это чудо такое, чудо чудесное. А я чё, Магнум случайно выкинул? Или куда я его запихнул? Магнум. Вот он. Так, ребята, вот смотрите, тут даже есть, вот смотрите, пью. Они стреляют реальными пулями, то есть, ну как, вот. То есть, если вот даже быстро нажимать, то смотрите, пи-пи-пи-пи-пи, реально, пи-пи-пи-пи-пиу, вот прям озвучка от Эдисона, это дробовичок. Но, чтобы полностью испытать это все, давайте я вам покажу всю мощь этих пушек. А как я это сделаю? Как я это сделаю? Ну, пока что хватит, только дайте я тайм. Сет, я думал, уже ночь полностью настала, но, как видно, нет. Вот сейчас. Мне кажется, этого хватит. Давайте сразу. Это с ума можно сойти. Ребята, это нереально круто. Но давайте мы подробно рассмотрим каждое оружие. Это обычный Magnum, то есть пистолет. Давайте посмотрим. Ай, нифига себе, он с одной пули убивает. Вот смотрите, какой он жестокий. Смотрите на эти спецэффекты, как будто с них вообще кровяндра и все кишки вылетают со всех их отверстий. Но это офигеть. Я не знаю, почему скелета кровь вылетает и мясо, если это, ну,
скелет, да? То есть, логично, да? О, здрасте. Здрасте, зомби-житель. Здрасте. Ладно, вот это реально круто. Ребята, мы убьем ребенка. Или ребенка. Нет, ребенок все-таки успел скрыться. Маньячина Эдисон его не успел убить. Ладно, Магнум мы рассмотрели. Дальше. Assault Rifle, то есть штурмовая винтовка. Такая как калаш, например, или какая-то М-ка. Она намного быстрее стреляет, а если вы вообще будете спамить правым кликом мышки, то смотрите. Вот просто пью, реально, ну это очень круто, потому что штурмовая винтовка не в каждой игре есть, а еще не в каждом моде есть, можно так сказать, в Майнкрафте. А еще с такой красивой текстуркой это вообще с ума можно сойти. Смотрим дальше, это шотган. Ну и что, зараза, шотган тебе врыло. Прям реально, знаете, то есть звука вроде нету, значит я буду свои звуки воспроизводить. Прям в жопу. Ну, реально. Шотган это прям мечта. Мне кажется, с этой командой можно даже устроить нехиленькое такое выживание или даже прохождение какой-то карты. Давайте дальше посмотрим. Снайпер рифл. Райфл. То есть, смотрите. Хедшот. Слон, да? И дальше. А что самое главное, смотрите, что умеет эта снайперка. Вот смотрите, допустим, ну, достаньте кто-то вы на место. Допустим, мы целимся в этого скелета, да? Она пробила трех противников насквозь. Вот смотрите, вот тут есть крипер, да? И за ним стоит крипер. Вот смотрите, твою мать. Вот сейчас. Крипер! Умер крипер и умер еще один паучина. Офигеть. Вот смотрите, давайте еще раз попробуем. Вот, паук и скелет. Как кровядра прямо мне на лицо. Ой, сейчас, дайте я вытру. Офигеть. А ну давайте заснайперим. Нет. А, да, убили, я думал, что это будет, знаете, большое расстояние. Но нет, давайте еще раз. То есть она пробивает противников насквозь. Это во-первых, а во-вторых, кишки прям разлетаются на весь мир Майнкрафта. Это, ребята, нереально круто. Вот, ух, всадник апокалипсиса. Давайте мы. Во! Трех зомби! Нет, крипер, зомби и паук. Это офигеть просто. А мне интересно, а можно убить, например, вот, четыре. Вот, а ну, как-то. Квадрокилл с одной пули. Ребята, это новый рекорд. Так, знаете, даже можно устраивать какие-то соревнования. Кто больше монстров убьет? Вот. Мне кажется, тут где-то тоже 4 или даже 5 было. Это офигеть. Ну ладно, ребята, мы приступаем к следующему. Но для этого давайте мы... Для этого еще чуть-чуть. Вот так. Огнемет. Смотрите, какие тут офигенные анимации того же огнемета, ребята. Вот просто смотрите. Вылетает. Вот. Офигеть. Я вроде играл в Halo, ну, может, часть, я не помню. Первые части я играл, то есть я много очень не играл. Потому что у меня был Xbox 360, я прошел на нем все игры, которые были доступны там Halo, да, сейчас уже выходят там новые на Xbox One, ну, не хочу как-то покупать, даже если бы я покупал одну с новых консолей, то, мне кажется, я бы купил PlayStation 4, потому что вот это поколение консолей, мне кажется, все-таки PlayStation 4 намного лучше. Ну ладно, мы сейчас не об этом разговариваем. Вот огнемет, ребята, это просто смотрите, вы можете прям поджигать орды своих противников, и они будут гореть все вместе, вы только что видите. Вот смотрите. Тот факт, что я даже ничего не делал. Один противник, один зомби или кто там стоял, который загорелся. Я заспавнил вокруг него 50 разных мобов. И он поджег этих всех 50 мобов. То есть он поджег одного, другой поджег третий, четвертый. То есть такая цепная реакция пошла. Офигеть. Ладно, вроде все сгорели, поэтому мы приступаем к следующему оружию. Это твою мать, я забываю всегда выключать это. То я сейчас нафиг Майнкрафт весь сломаю. Посмотрите, прикиньте, если бы это вам встретилось в ванильном мире. Это было бы смешно, реально. Ладно,
Rocket Launcher, RPG. По-русскому, да, давайте. Прямо в центр, ребята, прямо в центр. Это блоки не взрывает, поэтому можем стрелять даже в командные блоки вот сюда. Пока какая-то ядерная бомба. А не, вот давайте еще вот сюда куда-то. Смотрим. Короче, с одной ракеты он убивает около 20-30 противников. Вот. Офигеть, там такая взрывная волна, что это можно просто-напросто с ума сойти. Вот посмотрите. То есть монстров там где-то штук 100, если не больше. С одной ракеты мы убиваем около 20-30 монстров. Видите, сейчас уже ракета намного быстрее летит. Вот смотрите, ракета сейчас уже прям стремительно летит, потому что... Ну, вы видели, сколько там монстров было на самом начале. Конечно, мать будет лагать, когда перед твоим носом стоит там 200-300 монстров. Конечно, будет лагать, но, ребята, советую всем эту пушку, потому что эта пушка нереально крутая. Ладно, давайте дальше. Еще немного заспавним, выключим и возьмем Fuel Rod Gun. Что это такое? Это, в принципе, точно так же, как и РПГ, но он не стреляет ракетами, он стреляет какими-то мини-бомбами, мини-снарядами, которые тоже имеют такую же взрывную волну, но немного слабее. И, как видите, то есть с РПГ вылетает вроде, ну, шерсть, имеет огромную взрывную волну, а с этого вроде вылетает слайм-блок, имеет, ну, чуть-чуть меньше взрывную волну, ну, то есть круто. Лазер. Хотите убить этого паука, вам не нужно в него стрелять. Хотите убить этого крипера, вам не нужно в него стрелять. Куда вам нужно стрелять? Стрельнем в этот блок. Пью. Мы стрелили в этот блок. Лазер отбился от стены, отбился тут от пола, убил скелета и убил зомби, который тут находился. Ребята. Вот смотрите, он... Офигеть! Вот давайте вот сюда. А ну, допустим, вот сюда. И он назад полетел. А ну, если... Вот, допустим, убьем вот этого крипера, выстрелив в пол. Смотрите. Пью. Убили крипера. И лазер полетел куда-то туда. Вот давайте... Вот тут у нас есть специальная комнатка. Давайте мы быстренько посмотрим. То есть эта комната показывает, как работает этот лазер. Допустим, если мы выстрелим в стену... Вот смотрите, лазер, вот смотрите. Лазер еще до сих пор летает, он отбивается от стен. Давайте вот сюда куда-то. Он отбивается от стен, он отбивается от пола, от потолка и всего остального. И это офигеть как круто, потому что, как вы сейчас видели, я мог куда-то выстрелить в стену, но он отбился от стены, вернулся, убил еще на своем пути там двух или трех противников. Это реально. Да, то есть, если вы даже промахнулись, ничего страшного. Это читерное оружие сделает за вас всю работу. Ладно, ребят, еще немного заспавним и кинем гранату. Вот смотрите, она отпрыгивает. То есть вы можете кинуть гранату вот сюда, она отпрыгнет от земли и полетит прямо в эту толпу. Давайте посмотрим. Пью. Давайте еще раз, ребят, это так здорово и весело. Вот смотрите, я кидаю сюда. Она как будто падает на пол. Ай, загорелись, time set night. Она падает, ударяется об землю и отпрыгивает. В принципе, такая же, я не знаю, как это сказать. Такая же механика, как в том же CSGO, да, то есть вы можете раскидку гранат делать, раскидку всяких бомб, да, то есть вы куда-то ударяете об стену, она отлетает. То есть вот такая граната. Но это еще не все, у нас еще есть плазма-граната. Только это, к сожалению, не отлетает. А что она тогда делает? Она прилипает к противникам, она может даже прилипать к стене. Вот, допустим, стена, мы кинули эту плазмовую гранату, она прилипла на стену. Кто-то подходит! Хренакс, никого нету. Засада, вот такая небольшая засада. Допустим, она даже может прилипать к противникам. Все. Сейчас мы в попу прям кинули этому... Здрасте, кинули прямо в этому паучину гранату, и он взорвался. А если мы вообще вот так сделаем, давайте куда-то вот сюда, гемот, и все будут топать сейчас за нами, офигеть. Если мы кинем гранату куда-то вот туда, она не прилипла, давайте кинем его... Кинем вот, на крипера, крипер идет, и граната на нем, видите, ребята, граната на нем, и крипер взорвался.
кинули в зомби, зомби идет, граната на нем, он прям подлетел чуть ли не в космос. Ты какой уклоняешься. А если мы отсюда будем стрелять, то пули будут туда долетать? Неинтересно. Нет, все-таки радиус даже есть какое-то поражение. Ну ладно, вроде у нас больше никаких оружий не осталось. Поэтому, ребята, мы перескакиваем на саму карту. Ну вот, ребята, прошла только секунда, а мы уже переместились на карту, которая специально предназначена для вот этих оружий. Видите, то, что даже ее создал чувак, который носит скин мастера Чифа. Поэтому, ребята, мы сразу же приступаем, то есть, мини-гейм-то, ага, то есть, уничтожить все порталы, убить зомби и получить какую-то финальную награду, да? И мы сразу же переходим. Офигеть, как это круто, тут все сделано. То есть, нам дается возможность выбрать оружие, которое вы хотите использовать, когда будете выживать, да? То есть, можно сказать, сейчас, когда будете выживать. А мы будем нафиг все оружие использовать, да, потому что это круто, ребята. А, тут, короче, какие-то настройки карты, но я ничего трогать не буду, чтобы не поломать. Давайте лучше оставим так, как оно есть. Ага, just one, ага, PP without zombs. Ага! Эта карта даже сделана для того, чтобы можно было играть в PvP, то есть игрок против игрока и стреляться на снайперках, а убивать с помощью RPG всего другого. Ребята, мы, возможно, даже потом сыграем с кем-то в мультиплеер, с тем же Фиромиром или даже с кем-то другим. То есть Halo 5 мультиплеер, это вообще офигенно будет. Но мы, ребята, начинаем. Вот оно начало. Вот. Опачки. Тут у нас уже зомбари присутствуют. Ага, то есть смотрите, мы можем даже уничтожить портал. Это знаете, что мне напоминает? Это мне напоминает как будто Call of Duty зомби, да? То есть вам нужно ходить, вам нужно переживать вот эти, как это называется? Как это, ребята, называется? Волны, да? То есть волны, чтобы выжить. И в сути, да, это даже круто. Только смотрите, что я... О, здрасте, тут на нас уже нападают. Вот тут есть различные порталы. А сколько у них здоровья? Зомби... У них по 100 здоровья, но... Я не вижу... Так, сзади нас пока что... Ух ты, вот ни хрена себе, пока что никого нету. Оп. Опа! А-а-а-а-а-а-а. Ребята, пожалуйста, я мирный. Это что? Это тайный туннель, тайный проход. Я буду надеяться, что это он и то, что мы не умрем. Я прям тут... Опа. Ага, то есть, смотрите, мы сюда можем, мы сюда. Так, главное не упасть. А фигово то, что в принципе... я не вижу... А мы... А нет, взяли все-таки. Я думал, мы не взяли снайперку. Это было бы реально плохо, потому что... Это что? Это портал я какой-то уничтожил или что? Зомби Alive. 15 зомби у нас... Ух ты! Твою мать. Раунд номер 2. Я хочу понять, как нам уничтожить эти порталы. Вот у нас, в принципе, пишет, да, что, мол... А у нас, в принципе, там пишет, что как только мы у него попадаем, вот давайте я сейчас посмотрю, вот, где у нас оставить, вот. Этим нет, хотя нет, видите, то есть, ага, у него здоровье, да, вот так падает, но это, в принципе, дофига нужно вот так, смотрите. Это просто нужно нажать кнопку прям, потому что, как я понял, у него регенится здоровье, да, то есть... Если мы его оставляем вот так в нормальном состоянии, не продолжаем его в него стрелять, то у него восстанавливается потихоньку здоровье. А мы сейчас просто-напросто заспавним. Не заспавним, а за... За... Давай. Да, уничтожили. Не заспавним, а заспамим, да, ребята, мы заспамим. Вот этот портал, круто. Один портал мы уже уничтожили. Там второй портал. Мне интересно, можно сюда... подняться на крышу. На крыше всегда самое лучшее место, чтобы, ну, чтобы даже кемпить, да? Но мне кажется, туда это не дострелит. Туда, ребята, это не дострелит 100%. А снайперка? Снайперка может и дострелит, но... Там, ребята, давайте я снайперку сюда поставлю сейчас. Ассальт рифл сюда поставлю. А,
Лазер на четверочку поставлю, шотган вот сюда, а РПГ вот сюда. Гранату, в принципе, тоже можно вот сюда поставить. Ну что... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, нас уже потихонечку, нас уже начали находить. Поэтому, ребята, нужно, наверное, сваливать. Сколько зомби? 15 зомби в живых, да? Ух ты! Вот, ребята, я создал опять новую игру, но сейчас я туда пришел, и я вижу то, что тот портал, который мы только что уничтожили, уже уничтожен. То есть его не нужно повторно уничтожать, если вы начали новую игру. А это круто, это меня порадовало, потому что я уже думал, что сейчас опять жопа будет, я полчаса буду сидеть и уничтожать этот портал. Но нет, оказалось, это намного проще. Ох, это какая-то вышка, как я понимаю, да? О, здрасте, маленькие заразы. Ты, зараза быстрая. Здрасте, а тут кто-то, да, тут кто-то спавнится. То есть, я понял, что это такое. Это как бы, ну, порталы, которые... То есть, вы видите, ребята, это ни хрена не делает. А если мы туда гранатку закинем? Нет, мне кажется, это нифига не... Ух ты, нифига себе. Это нифига не делает... мне кажется, самый лучший вариант — это просто-напросто стрелять. Стрелять и стрелять и стрелять. Твою мать. Опять мне... Да идите вы в пень! Идите вы в пень! Я не хочу умирать, ребята. Вы в курсе? Я не хочу умирать. Умирать — это плохо. Логика, да? Конечно, умирать — это плохо. Так. Лазер наносит... Лазер вообще нифига не наносит. Я вообще тогда не представляю, как это все... Как это все... А нет! То есть 92 урона. 92 урона. 85 урона! 85 урона, мелкий паску! Раунд номер 35. Я добьюсь своего. Ну, как видите, ребята, как я, в принципе, говорил, здоровье он все-таки восстанавливает, да. То есть нужно прям активно и активно и активно их истреблять, вот этих всех зомби. Потому что если нет... Уничтожили, во, круто. Если нет, ребята, то сами видите. Давайте мы снайпер ассаульт вот сюда поставим. Лазер шотган на второе место поставим. Рокет на третье. Главное себя не убивать, потому что я себя уже дофига... О, нифига себе. Я себя уже дофига раз убил. Озвучка от Эдисона, да? Сколько здоровья? Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ла-л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 а. Так-то твою... Нет, пожалуйста, я... Ну нет. Ну я вас прошу, зомби, миленькие. Раунд номер 152. Да. Я добьюсь своего, зараза. Заразы, вы постапокалиптический. О, а если мы сюда запрыгнем? Ага. 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 Ну и чё сейчас? Ну и чё сейчас? А если мы вообще шотганом будем? Шотганом намного лучше, да, только шотганом, ну, в смысле дробовиком. Нужно нам... Я надеюсь, к нам никто не заберется вот сюда. Дробовиком нужно... А он что, мне на башку прыгнул? Дробовиком нужно, как это сказать, очень близко подходить, в принципе, понятно, это же дробовик. А если... Главное себя не убить. Вот так. А этим, я не знаю, ребята, почему-то бред такой, то, что мы только пулями можем наносить урон, если мы стреляем туда. Опа, второй. Ребята, вы в курсе то, что мы два портала уже уничтожили? Мы уничтожили опять конченые паутины! Вытолкни меня полностью! О, круто. Здрасте, Покедова, наши миленькие зомбари. Опа, хрени мелкие, такие бесячие, что с ума можно сойти. Давайте. Ребята, последний, может, мы еще какой-то сейчас читерский способ найдем? И где-то засядем. Главное, чтобы к нам никто сзади не подкрался. Вот так. Вот.
Ох ты, прям панталоны какие красивые у тебя были. Ага. Давай. 70. Давай, 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 давай. 60. 60. Ух ты. О, вас уже тут намного больше так пошло. А вот эти мелкие, они вообще, ребята, бесят так, что можно с ума сойти. С ума сойти, с ума сойти. Не убивайте меня, пожалуйста, я очень хороший. Ребята, все, нам попа. Нам попа. Ай, дайте забраться наверх. А, хреново то, что тут еще и, в принципе, тратятся... Нет! Раунд номер 395 с половиной. Да, ребята. Но жизнь еще в портала восстанавливается потихонечку, поэтому, может, мы еще даже успеем туда быстренько добежать. Здрасте. Здрасте и пока. У нас, если честно, нету времени на вас, дети, чтобы с вами развлекаться. Да, ребята, мы занятые люди, нам нужно портал в ад уничтожать, потому что эти чурки, наверное, только с сада и приходят. То есть вы сами видите то, что... Всякая нечисть отсюда вылезает, вылезает и вылезает. Давайте, ребята, мы сейчас справимся с шотганом. Шотган это вообще делая мощные, да? Дело мощное. Вот этих маленьких тварюк нужно поубивать, потому что они сами ей такие... ну, вы поняли, да? То есть сами такие... Да убейте уже, да, наконец-то. Гранату. Твоя... Раунд номер 922. Мы все так же продолжаем уничтожать этот портал. У меня уже месяц прошел. Я еще до сих пор прохожу эту карту. Но все же, ребята, я пообещал то, что я ее пройду. Я ее все-таки пройду. Хоть это и месяц у меня займет, но я ее пройду. Я опять умираю сейчас, но мы хотя бы еще немного постреляем в портал. Мы еще хотя бы немного. Ну, давай. Раунд номер 2025. Ребята, я бегу к порталу. Портала только 25 жизней. Ну, пока я добегу, там уже, конечно, 125 будет. Но не суть. Не суть. Главное себя не взорвать. Главное себя не взорвать. А дальше продолжать стрелять этот конченый портал, который меня уже бесит. Который меня уже бесит. И очень и очень бесит. А если мы вообще вот таким способом... Не бейте меня, пожалуйста, я очень добренький. Я очень хороший и вообще молодой человек. Убили! Портал за... Ага, спавн, ага. Понятно, что они от меня хотят. То есть, нужно все... Твою мать. Ребята, мы, в принципе, уничтожили все спавнеры. Сейчас спавнеры остались только такие, которые появляются иногда где-то. А у нас 12 зомби, которые присутствуют. 12 зомби, если мы уничтожим все порталы. Вот смотрите, порталов осталось 2. Порталов осталось 2 и осталось 15 зомби. Нам осталось найти эти 2 мини-портала, можно и так сказать. Ух, чуть-чуть я сейчас опять... Вот, еще один там портальчик. Главное туда дойти, потому что эта пушка вообще радиус такой мелкий имеет. Да? Да? Ребята, у нас осталось 2 зомби? У нас 2 зомби, и то есть не 2 зомби, а 11 порталов, твою мать, 11 зомби у нас осталось. И вообще у нас порталов уже нету, они все пропали. Чик-чик-пум, чик-чик-пум, твою мать, я сказал чик-чик-пум. Пум, чик-чик, твою мать. Мудак, это круто, мудаки всегда радуют. Неважно где, в игре или в реальной жизни. Так, ща мы вас нафиг выследим. Так, я где-то слышал. Только сейчас... Ага, один зомби. Ребята, все, они автоматически пропали, потому что мы уничтожили все их порталы. Да, поздравляем, ты выжил этой ночью. То есть, возможно, будет еще следующая ночь. Но тут, мне кажется, прям офигеть, как круто будет, если мы будем проходить эту карту с кем-то. То есть PvP, не PvE против монстров, а PvP, то есть игрок против игрока. Но, ребята, это решаете вы. Я еще раз скажу. Давайте, пожалуйста, наберем 700 лайков, если вам, в принципе, понравилось это видео, если вы хотите сделать меня немного счастливее, потому что каждый лайк для меня ценный. Если вы хотите видеть следующее видео завтра, видео без модов, я вам обещаю то, что даю вам свое слово
Если мы наберем 700 лайков, то следующая серия выйдет завтра. Также не забываем оставлять свои комментарии, ведь я отвечаю на вопросы своих подписчиков, ты можешь в этом убедиться. Можете, в принципе, даже добавить меня в друзья ВКонтакте, я всех добавляю, ссылочка есть в описании. Что самое главное, вообще самое главное, это подписывайтесь на мой канал. Я каждого приглашаю вступить в нашу большую дружную семью. Я люблю своих подписчиков и отношусь к ним как действительно к своим друзьям. Поэтому, если ты хочешь стать моим другом, все, что тебе требуется, это просто подписаться. Я действительно буду тебе очень сильно благодарен. Ребята, к сожалению, мы заканчиваем, но все же, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.